Это жуткая правда про губку Боба. Смотрите, на его водительских правах указан его адрес. Если написать это в гугле, то выйдет адрес какого-то острова. Это находится на Виргинских островах, на острове Джеффри Эпштейна. Честно, я не знаю, что это значит, но это очень странно. Напиши, что ты думаешь в комментариях.